Всем привет, друзья, с вами Пип, и сегодня мы продолжаем проходить продолжение Кэрион. И давайте посмотрим, что же у нас сегодня получится. Подзарядились и погнали. Так, у нас тут закрыт проход, но я вижу, вот тут какой-то проходик у нас есть. И мы можем туда просочиться своим огромным монстром. Ух ты, ух ты, ух ты. Так, нам надо как-то... вот сюда проникнуть и дернуть решеточку. Вот, смотрите, мы открыли проходы. Блин, а там народу-то тоже до хрена. А вот тут, что мы дернули? Закрыто все равно, да? То есть нам нужен человек, походу. Так, и нужно как-нибудь аккуратненько. Так, всех. Ай-яй-яй-яй, вали, блин. Пипец, я застрял. Меня замочили сразу. Охренеть, с самого начала прям замочили. Вот это да. Давайте. Зарядимся, ни хрена себе. Слушайте, жестко. Я просто даже не ожидал, что меня так быстро завалят. Да, эта игра, слушайте, эта часть намного тяжелее стала. Прям реально намного тяжелее стало. Врагов намного больше стало. И с ними надо уже как-то аккуратнее. Да иди твою, валим. Валим, сохранимся. И сейчас потихонечку будем их... А, я броню уже сделал. Во, я сделал броню и вроде бы даже всех раскидал. Давайте подлечимся. Так, зарядиться обязательно нам надо, чтобы у нас броня работала. Так, кого сожрем? Тебя сожрем. Всех подожрем, чтобы ни хрена никого не осталось. Так, тут все сдохли. Так, там вылетит вон хрень. Скорее всего, да? Ай, вот она. Вылетела. А ну иди сюда. Да хватай ты. Чё ты не хватаешь-то? Дебилы кусок. Хватай ты ту хрень. Во, отлично, разбили. Разбили, я думаю, еще раз пойду подлечусь. Потому что это обязательно. Обязательно надо подлечиться, сохраниться. Протискиваемся вверх. Смотрите, у нас вверх проход открылся. Но мы еще вот сюда не ходили, да? Эй, чувак! Нифига себе. Так, мы наружу можем вылезти, серьезно? Ай, блин, что происходит-то? Ни хрена себе, я загорелся. Валим, валим, дайте воду. Дайте воду, я горю. Ай, я горю, пипец. Быстрее, быстрее протискивайся вниз, быстрее протискивайся вниз и сохраняйся. Ох, слушайте, это было прям вообще опасно. Еще чуть-чуть буквально, и нам бы пришел конец. Ну ничего, так, а что у нас вот тут наверху открылось? У нас тут ни хрена не открылось, по сути, да? Тут у нас не подходит наша ДНК к двери. А тут мы ничего открыть не можем. Все, наверх нам пока не надо. Пока мы, наверное, никакого человека не найдем и не вселимся в него, да? Блин, а надо было вселиться и дверь открыть, ё-моё. Чё ж мы не сделали так? А давайте-ка возьмем чувака. Не, этот не подходит, он уже типа очень сильно дохлый. Так, нас робот тут ищет, да? Вот так вот. А, так, тащи его сюда. И мы сейчас с ним отправимся. Давай, чувачок, вставай. Я надеюсь, тебе длины хватит. Нет, 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 не сюда. Да, во. Я надеюсь, тебе длины хватит, чтобы добраться туда доверху. Если хватит, то будет круто. И мы, возможно, сможем тут дверь открыть. Ну-ка. Блин, не подходит этот чувак у нас, ни хрена. Не все параметры подходят. Ну-ка, а тут... Нифига, все равно не подходит, да? А, ладно, мы тогда тебя вот тут и бросим.
Так, хорошо, мы тут, получается, можем подзарядиться немножечко. Броня-то у нас. Ё-моё, смотрите, мы на улице какие огромные. Куда? Наш мост... Эй, настолько так... Да ладно, меня убило этой штукой. Ни хрена себе. Какого хрена меня убило этой штукой? Вот это было неожиданно. Значит, к ней лучше нахрен не приближаться. Ладно, допустим. Допустим, блин, мы еще куда-то вниз можем. Может, вниз сначала сходить. Так, там пропеллер нас разнесет. А тут мы куда-то протискиваемся. А вот сюда еще. И смысла тут никакого нету, да? Рычаг мы этот дернуть не можем. О, дернули. Ну-ка, еще произошло. Да ладно, мы дверь открыли. Мы открыли с вами еще один проход, который, в принципе, да, я не знаю, нужен был или нет. Да, блин, все, нахрен. Давай, сожри его. Робота мы уничтожили. Так, да, наш монстр прям реально огромных размеров. Так, мы, видимо, можем. Так, прячемся. Ох. Мы свалили от огнеметчика, прикиньте. Это было прям реально опасно. А, пошел в задницу, не достал. Так, нам бы хорошо подзарядиться, чтобы бронь включить. Во, вот тут мы можем подзарядиться. И с бронькой уже напасть. С броней будет намного проще. Так, двигаемся. Так, врубаем бронь. И просто нахрен всех... Все? Всех уничтожили? Шикарно. Слушайте, шикарно. И что-то мы опять тут открыли. О, мы открыли еще один проход с вами. Я уже начинаю тут просто теряться. Тут пипец сколько проходов всяких. Блин, тут еще, смотрите, проход есть. То есть к нему надо как-то будет вернуться, видимо, да? Так, и получается, нам надо... Надо теперь вниз. Вот сюда. Так, нет, не сюда. Дальше двигаемся. Вот тут нам проход открыли, да? Нет. Эх, блин. Нам надо еще какого-то чувака... привести, чтобы он нам открыл дверь. А дверь мы ни хрена просто так не откроем. Ладно, мы с правой стороны всех замочили, получается. Это уже огромный плюс. И у нас... Где у нас открылся проход-то? Пока непонятно, где открылся, да? Вот тут у нас открылся проход наверх. С правой стороны, видите, у нас лампочка мигает. Теперь нам надо с левой стороны все захватить. Так, вот сейчас будет очень сложно что-то захватить. Хотя у нас, что, у нас есть бронь, мы сейчас можем использовать бронь. И полететь, просто всех лупить. Эй, блин, ни хрена. Бронь особо не сработала. Блин, они еще дверь, гады, закрыли. Ну, представляете, уроды какие. Ладно, пробуем еще раз. Да, сложно. Сложно реально становится очень играть. Но ни хрена, мы пройдем. Мы с вами пройдем эти уровни, какими бы сложными они ни были. Давай наш огромный монстр. Так, надо аккуратненько. Все палят так, блин. Ага. Блин, они сразу поворачиваются все. Их там еще и трое, блин, смотрят в одну сторону. Надо кого-то хотя бы из них поймать. Ай-яй-яй, там огонек у нас идет. А что, дверь слабо открыть? Ай, блин, да стреляют по мне гады. Стреляют по мне гады. Как же там пробраться-то?
Эй, блин. Серьезно, огнем, что ли? Ай-яй-яй-яй-яй. Блин, нифига себе, у меня сразу вся броня сгорает. От одного просто ихнего выстрела. И что мне делать? Мне каждый раз за электричеством спускаться? Охренели, что ли, совсем? Я что-то не готов так. Ой, блин, ни хрена нету. Ни хрена пока нету у меня вариантов, как туда протиснуться. Во, я могу уже вот так вот пробираться, да? Смотрите-ка. Ай, блин. Не получилось. Хотел одного схватить. Да задолбали вы стрелять. Я не успеваю никого схватить вообще. Просто никого не успеваю схватить. Опа, да, я добрался. Не смей стрелять. Так, ну ладно, один хотя бы сдох. Это уже хорошо. Так, будем по одному вылавливать, да? Чё ты там бегаешь с огнеметом? На, а чё ты? Ну, убей своего. Убей своего товарища. Да они меня как-то палят, блин. Меня же не видно ни хрена. Задолбали, я ж спрятался. Ай. Так, ну что, еще один сдох? Или он не сдох? Ай-яй-яй, палимся, блин, как же его схватить-то? Ай, блин, задолбал там еще этот, блин, робот. Так, надо вот этого чувака схватить. Опа, схватили. Так, чё, огонь на него типа не действует, да? Так, ладно, мы сюда уже пробрались. Опа, одного успели утащить. Одного успели утащить, и дай-ка я его тут похаваю немножко. Не хавается он. Да хрен... Ай, блин, попал! О, говна кусок, попал, прикиньте. Блин, и сожрать-то их не могу. Так, а я же могу... Во, я же могу сделать вот так вот. Теперь. Только не говори, что ты не сдохнешь. Все, сдох. Так, и чё, я сюда сесть не могу, да? Охренеть, просто охренеть. Так, валим, там летающая хрень. Вылетела, с ней опасно. С ней опасно тягаться, надо ее подловить. Все, нахрен, просто в воду. И мы прошли это место. Теперь надо как-нибудь... Так, мы тут открыли проход, а кого-нибудь пожрать-то тут можно вообще? Синенький чувак тоже не хочет съедаться. Блин, надо подзарядиться хотя бы энергией. Мы очень маленького размера стали. Просто пипец какого маленького.
Мы тут можем сдохнуть в любой момент. И не говорите только, что сейчас тут будет еще народ. А, допустим, я куда-то... А надо мне было на лифте-то спускаться или нет? Есть, ребята. Мы нашли новую точку, просочились в нее. Ништяк. Так, ну и что? Ну, в принципе, мы можем лифт отправить. Нам он не нужен пока что. Ага, тут у нас опять новая точка. Ё-моё, тут, слушайте, тут опасно. Сейчас вообще пипец, как опасно будет. Окей, ладно, вытаскиваем. Так, я понял. Тут у нас лазеры. Нам надо невидимость сделать. А невидимость у нас вот в таких только. Ай! Ё-моё, что происходит-то? Меня долго тут, вообще пипец. Валим, валим. Пошли в задницу. Ё-моё, какой я маленький. Откуда у вас столько взялось-то? Ё-моё, ни хрена себе. Да, тут ни хрена нельзя. Так, сколько же нам надо личинок отложить, чтобы невидимым становиться? Так, еще надо отложить. Вот теперь я буду невидимым. Так, и опа. Так, ну я вроде невидимым стал. Чё за нафиг? Так, ну сейчас вот эти говняки меня завалят. Да, они меня завалили. Так, ладно, сейчас будем пробовать по-другому. Почему-то у нас не получилось с невидимостью просочиться. Я же вроде аккуратненько нажимаю. Вот, смотрите, оп. И все верно, просочился. Вот, и теперь пролазим вот сюда. А тут нам надо... Что? Рычаг... Эй, подожди, я рычаг не дернул. Или вот... Блин, тут пипец проходов. Ну-ка, давайте протиснемся вот сюда. Тут у нас что? Тут у нас жопа, да? Эй, так, надо в водичку. Так, немножечко его пожру. Под водичкой тут вы, если вы не против. Еще одного утащу. Так. Ай, блин, иди сюда. Все, тут тоже. Все сдохли. Рычажочек дернули, и у нас... О, у нас тут питание завелось. Ништяк, просачиваемся назад. Блин, только единственное, что, знаете, плохо. Так. Плохо то. Так, ты дергать-то его будешь, алё. Во. Так, а я что-то не врубаюсь. Как мне их все дернуть-то? Мне типа надо успеть их все дернуть. Да вы прикалываетесь, что ли? Вообще нереально. Допустим, я его опустил. Быстренько тут дергаю. И нифига. Так, нет, надо опустить. Вот сюда пролететь. Да не успею, да я не успею. Так. Ладно, сейчас будем пробовать. Это вниз. Это вверх.
Или нет, это тоже вниз. О, успел, ни хрена себе, прикиньте. Все-таки можно успеть, но это, конечно, геморройно. Так, ну и что, новая точка у нас захвачена. Охренеть, и мы новый проход нашли. Ништяк, сохранились, и на этом мы сегодня, видимо, вместе и закончим с вами, ребята. Если вам понравилось это видео, обязательно ставьте палец вверх, подписывайтесь на канал, кто еще не подписан, пишите свои комментарии. С вами был Пип, до скорых встреч, увидимся, пока.